сегодня ваша помощь нужна трехлетней Злате из Мичуринска. Таких детей, как Злата, во всем мире 21. И она первый ребенок в России, которому поставили такой диагноз. У Златы редкая генетическая мутация, но в отличие от многих генетических заболеваний, которые невозможно лечить, ей подобрали подходящую терапию. И именно с этого момента, когда девочке исполнилось 2 года, по сути, началось ее развитие. Она научилась сначала держать голову, потом сидеть, сейчас лопочет с родителями на своем языке. Для того, чтобы реабилитация продолжалась, ей нужно несколько раз в год бывать в центрах восстановительной медицины, а еще семье нужен вертикализатор. Это не только помогает укрепить физическое здоровье, но и смотреть на мир под другим углом. Ам-ам, чем ты кушаешь, Злат? Ам-ам, скажи. Ам-ам. 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 У нас речь пошла немножко. Поэтому мы прям... Повторять звуки, напевать на своем языке, показывать предметы – этим вещам Злата научилась совсем недавно. Со стороны кажется, что малыш 7-8 месяцев просто рассматривает книжки. На самом деле Злате 3 года. И учиться новому она стала меньше года назад. Ку-ку! Ку-ку! Второй ребенок в семье – любимая и желанная девочка. Всю беременность мамы врачи только радовались хорошим анализам и скринингам. Первый эпилептический приступ случился, когда девочке было 1,5 месяца, а дальше 1,5 года больниц. И никакого диагноза. Это было, конечно, самое такое тяжелое время, потому что 4 месяца находишься в больнице, 2 недели дома, 2 месяца в больнице. И никто не мог помочь. Причину установили лишь когда Злате было 2 года, мутация одного из генов. Он отвечает за усвоение аминокислот. Всего людей с подобным заболеванием в мире 21. Злата – одна из 2 детей в России. Мы очень долго подбирали лечение. В итоге нам помогли лекарства, дорогие, не зарегистрированные в Российской Федерации, и гормональная терапия. Но все врачи сводится к тому, что Злату можно восстановить и восстановить до очень хорошего уровня, что ей требуется качественная реабилитация. Вот давай. Молодец! Златка умница! Ну кто там меня-то? Вот какая умница! С началом лечения жизнь Златы будто перезапустили. Она стала учиться всему, что было недоступно раньше. Сначала жевать, потом держать голову, сидеть, переворачиваться сбоку на бок. А ручки как? Ну все, начинается физкультура, начинает. Физкультуру Злата не любит и дает это понять. Но без упражнений нельзя. 5 раз в год 6-недельные курсы реабилитации, а в промежутках занятия дома. Следим за мячиком. Ой, как мы следим за мячиком, голову поворачиваем. Недавно родители задумались о покупке вертикализатора. Специальное устройство помогает ребенку подготовиться к ходьбе. А правильный и качественный вертикализатор, он большое подспорье, прежде чем ребенок может пойти. Потому что, во-первых, мы исключим дополнительные проблемы по ортопедии. Потому что правильная нагрузка будет на кости, кости будут правильно развиваться, костная ткань будет правильно развиваться. Мы исключим подвывихи, вывихи тазобедренных суставов. У Златы есть старший брат, второклассник Данила. Очень любит сестру и скучает, когда их с мамой подолгу не бывает дома. Сама Ирина признается, рождение дочери действительно изменило жизнь семьи. Все так было ровно и счастливо, что она нас, конечно, очень сильно встряхнула. И наверное, да, дала понять, что самое главное – это все-таки семья. Никто из знакомых тоже не воспринимает Злату как ребенка с тяжелым заболеванием, скорее как малыша, который только начинает осваивать мир и которого ждет много новых умений и открытий, если вовремя не пройти мимо и оказать помощь. Сейчас помогает семье Златы с покупкой вертикализатора Федеральный благотворительный фонд. Помочь можно, отправив смс-сообщение на короткий номер или скопировав QR-код и осуществив платеж с его помощью. Родители Златы продолжают вести сбор на реабилитацию. На нашем сайте вы найдете контакты семьи.